На рассмотрение депутатов областного маслихата было вынесено 6 вопросов. Главный на повестке дня – утверждение областного бюджета на 2018-2020 годы. Деньги выделяются по сферам. В связи с разделением Ахтаральского и Сарагашского районов, а также с присоединением 12 сельских округов из Туркестана в город Кентау, объем поступлений в областной бюджет за счет трансфертов увеличивается на 12 миллиардов тенге. В ходе обсуждения главного документа народные избранники высказали свои мнения. Необходимо выделить денежные средства на проведение археологических раскопок, проводимых в Южном регионе. После горячего обсуждения областного бюджета на 3 года депутаты по нему приняли решение. Проголосовали единогласно. В связи с изменением названия области утверждены правила присвоения звания «почетный гражданин Туркестанской области», положение о награждении почетной грамотой Туркестанской области. Также депутаты согласились с внесением изменений в персональный состав акимата Туркестанской области. И последний вопрос, который обсудили народные депутаты, касается их коллег – о досрочном прекращении полномочий 6 депутатов областного маслихата. Прошу рассмотреть вопрос о досрочном прекращении полномочий депутата Туркестанского областного маслихата в связи с их личными заявлениями об отставке Белизбекова Жумагали, депутата от избирательного округа номер 4, по 5-му округу Кайрата Молдасиитова, по 6-му избирательному округу Килибека Турлыбека, по 7-му округу Армана Берденова, по 8-му Бахарама Абдукаримова и по 9-му избирательному округу Рашкуля Спаналиевой. Желание депутатов было удовлетворено. Жумагали Белизбеков, избранный от 4-го избирательного округа, поблагодарил всех за сотрудничество. Всем спасибо за то, что мы в течение 2 лет работали рука об руку. Если кого-то ненароком обидел, прошу прощения. В работе все бывает. Был в селе Алтын-Тубе Казгурского района. На бюджетные деньги была проведена газификация. Но до сих пор жители не могут пользоваться природным газом. Прошу депутатов обратить на это внимание. Шанар Уразова, Давран Абдиев, Константин Гавшев. Информационная служба телекомпании «Утрар».